Виктор, я сейчас вам скажу, почему я к вам пришел. Вы же специалист по горлу, правда? Угу. У меня есть одна проблема. Мой голос очень толстый. А моей жене это не нравится. Она давно мечтает о том, чтобы мой голос был тонким. Я обещал, что на 8 марта ей сделаю хороший подарок. Я хочу сделать свой голос тонким. Это возможно или нет, доктор? Вы знаете, напрямую через горло это невозможно. Но я знаю один метод, который очень хорошо сработает. Какой метод? Делаем маленькую операцию и удаляем помпушки. Эффект 100%. Ваш голос после операции поднимется на 3-4 октавы и превратится в тоненький голосок. Доктор, а это точно поможет? Обещаю, после операции ваш голос станет очень тонким. Я могу ее сделать вам прямо сейчас. Никто об этом не узнает, и все останется между нами. Сейчас я позвоню. Алло, Робертыч, операционная свободна? Я прошу никого туда не пускать. Сейчас мы поднимемся, есть маленькая операция. Вы тоже задержитесь, пожалуйста. Сейчас поднимемся. Идемте. Жена, тебе мой голос нравится? Ой, ой, очень хороший. Наконец-то моя мечта сбылась. Все для тебя, дорогая. А что они сделали? В горле что-то поставили? Нет, сделали маленькую операцию и удалили мои помпушки. Как? Удалили твои помпушки? Ты что, с ума сошел? А без помпушек как у нас будут дети? Ты права. А что же мне делать? Как мне быть? Что тебе делать? Быстро туда, пока их не выбросили. Пусть ставят обратно на место. Торопись, быстрее! Доктор, дорогой, задержитесь ненадолго, пожалуйста. Скажите мне, я что, после этой операции не смогу иметь детей? Сделайте мне операцию. Как обратно их вставить? Пожалуйста, вставьте их обратно. Я вас прошу, пожалуйста, доктор. Простите, уже никак.